Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. В прошлом видео вы могли увидеть обзор на Китти Чешир и серию Spring and Sprung. А сегодня же мы с вами откроем загадочную девчонку Эва Втыхай из Вандерленда, также кошечку Китти Чешир. Встречайте! Этот персонаж – порождение хаоса, и ее судьба состоит в том, чтобы сеять хаос вокруг себя. Как и ожидалось, чеширский кот оказался кошкой, к тому же ультрасильной и немножко зловредной. Спор о принадлежности Китти к Ройл или Ребел заключился ничем. Технически Китти бунтарка, потому что любит друзей и иногда не согласна с радикальными методами мамы. Но с другой стороны, судьба чеширской кошки ее полностью устраивает, а мамой она по праву гордится. Кукла Китти вышла в коробке нового образца. На торце коробки изображена внизу кошачья голова с широченной улыбкой. Выше ее имя Китти Чешир и чья она дочь? Дочь чеширского кота. Далее портрет Китти, а наверху крылатое сердечко. Сбоку в торце книги есть небольшая замочная скважина, то есть указание, что там спрятана подставка. А обратная сторона коробки дает нам некоторое представление о ее характере. Как я и говорила, Китти любит шалить и создавать неразбериху, и в этом ей помогает ее особый дар – появляться и исчезать в любую секунду, там, где она захочет, или не появляться. Также здесь есть арт персонажа в полный рост, а ниже три окошечка, на которых изображено, какие куколки выпустились вместе с Китти. Внутренняя часть коробки украшена изображением улыбающейся кошачьей головы, клубком шерсти и большим деревом. Комплектация у Китти стандартная для базовых кукол. Сумочка в руках, подставка, расческа и дневник. Черная сумочка Китти не открывается. Передняя часть украшена зубастой улыбкой чеширского котика, а задняя часть его хвостом. Дневник Китти украшает брелок с полосатым чеширским котиком. В самом дневнике рассказ о Лизе, которая договорилась о свидании с Дерингом, от которого наша принцесса без ума. А он буквально тут же пошел в кино с Датчес. Ну, Датчес, да, она такая, своего не упустит. Но и Деринг хорош. Кстати, само собой, разоблачила обманщика, поставив под угрозу дружбу с Лизи. Странно, что главные герои дневника Китти кто угодно, кроме самой Китти Чешир. Зато ей досталась первая скрипка в новом 45-минутном мультфильме Spring and Sprung. Там был момент, который прекрасно иллюстрирует отношения между Китти и Датчес Свон. Китти хвастается маме, как удачно она зарядила Датчес в лоб мороженкой. Вы видели что-нибудь очаровательнее, чем этот факт? А сейчас давайте рассмотрим Китти Чешир. И начнем мы с ее биографии. Китти Чешир – дочь чеширского кота из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». От своего папочки Китти унаследовала способность исчезать по частям, и так же, как и папа, кот, Китти обожает улыбаться. А еще она ужасно обожает шалости и всякие веселые проделки. Ну, вся в папу. Кстати, Китти в переводе с английского означает «котенок». Но это не прозвище, а уменьшительно-ласкательное имя от полного имени Катерина, Катрин. Лучшая подруга Китти Чешир – Лиззи Хартс, а соседка по комнате – Мэдалин Хаттер. Китти – отступница, и это значит, что она не идет по стопам своих родителей, а пишет свою историю сама. Ростом Китти – коротышка, и она такая же, как Мэдалин, Лиззи и Банни. Очаровательная улыбка окрашена в нежно-розовый цвет с серебристыми блестками на нижней губе. Ее сиреневые волосы завязаны в два хвостика, как у мультяшного прототипа. Они мягенькие, блестящие и приятные на ощупь. Черная шапочка с кошачьими ушками, посаженная на обруч, привязана к голове резинками. Голубые глаза с кошачьими вертикальными зрачками подчеркнуты розово-сиреневыми тенями. Брови коричневые. Скинтон у Китти сиреневого цвета, а молт у кошечки очень выразительный. Дело не только в улыбке, форма щек тоже совершенно новая. Черные сережки в ушах Китти сделаны в виде клубков шерсти. Черный браслет на левой руке – это связка маленьких бубенчиков. Колечко на правой руке – в виде черных клубков шерсти. На шее присутствует у Китти меховой воротник с синими ленточками-завязками. Под этими мехами скрываются круглый вырез платья.
Юбка платья двухслойная, и нижняя юбка сшита из окрашенной в фиолетовый градиент плотной ткани. Градиент – это переход от одного цвета к другому. Топ платья трикотажный, с принтом точек и завитушек. Мне чудится улыбающиеся рожицы то тут, то там. Верхняя юбка – это кружевная сетка с похожим рисунком. На Китти одеты плотные и яркие колготки в зигзагообразные полоски, и это огромный плюс этой куклы. Черные ботильоны Китти на высокой платформе, украшены изображением кошачьих ушек по бокам и белым мехом наверху. Мяу! В общем, как вывод, куколка довольно милая. У нее суперская улыбка, которая отлично завершает ее образ. А с вами была я, Алиса, с канала Беливикс. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Беливикс, ставьте ваши лайки, следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылка в описании. Be cool and crazy. Мяу! Пока-пока!